Мариупольские коммунальные службы начали подготовку кладбищ к поминальным дням. Из 16 кладбищ 8 уже привели в порядок. Сейчас коммунальщики активно проводят уборочные работы на остальных 8. Среди них крупнейшее кладбище города Старокрымское. Здесь окрашивают бордюры, убирают сухостой и приводят в порядок проезжую часть. Водопровод, будет проверено водоснабжение, также будут установлены для удобств жителей биотуалеты, дополнительные контейнеры под мусор, и будут дежурить на поминальные дни машины Зеленстроя. К слову, в поминальные дни блокпост на Володарской трассе временно перенесут. Не было заторов и пробок. Надо, чтобы въездной контроль здесь не осуществлялся, а осуществлялся раньше, до города, да. В остальном схема движения маршрута не претерпит существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Заезд будет со стороны Володарской автодороги, а выезд будет осуществлен по круговой дороге по кладбищу. Выезд будет тоже на Володарскую автотрассу, движение будет в одну сторону односторонним. На протяжении всего движения будут установлены знаки заранее, и на момент проведения поминальных дней полицией будет организовано патрулирование всего маршрута движения. Мариупольские чиновники надеются, что горожане, пришедшие почтить память усопших родственников, наверняка оценят результат проделанных работ.